Катюха! Кать! Неси литр воды сразу, бидон, ёпля! Опа, кофеёк. А чё башка-то так болит? 1 января, как бы понимаю, утро, но я что не пью, почему башка-то болит, а? Может, это уже проклятие Нового года, то, что 1 января у всех башка должна болеть? Ядрить, колотить, так мы так вообще нагулялись, если даже представить не можете. Я-то вчера, кто смотрел предыдущую серию, вы видели то, что я, короче, собрал весь ресторан друзей своих. Все пришли! И баба Галя, и баба Зина, и Михалыч, и Петрович, и Степа, и... Опа! Один я забыл тебя пригласить, Перчик. Ну, ничего, ты собака, пописяка, поэтому тебе нужно было хату сторожить, вот. Короче, погуляли, пляски, танцы, по дверку, сердючку, гоп-гоп-гоп, чиногоп. До самого утра плясали прям... С Катюхой, короче, на стол залезли, такие оп-оп-оп-оп, чечевицу со стола скинули, такое начали плясать, я, короче, сальтуху кинул, Катя случайно с ноги полбу зарядил, Катя такая, чё ёпты, взяла, короче, бутылку с оливье. Знаете, у всех нормальных людей тарелка с оливье, а у нас бутылка с оливье была такая пана! Я такой, Кать, ебни! Мы, короче, расстались, потом через 30 секунд сразу же сошлись. Ну, короче, хороший вечер был. Жаль, тебя, Перчик, не было там, но ничего страшного. Следующий год я тебя приглашу, конечно. Здорово, 2019 год! Быстро, дружно в комментах прямо сейчас написали тара-та-та с 2019 годом, потому что первый день, 1 января... пожарку вызовите, идрить, колотить. Чё у вас тут все горит-то, не могу по... Алло! Геннадий Петрович? Баба Галя? Баба Галя? Чё за... Где они, куда они пропали у меня так? Что здесь топоры делают, а? Их кто-то на салат покрошил? Или на колбасу, наверное? Бомжара? Бомжары даже нет! Бомжары, идрить, колотить! Ты... Михалыч? И Михалыча нет. Так подожди. Михалыч же спит, жрет, какунь-то, извиняюсь, все делает в своем магазине. Даже машина его здесь. Куда они все пропали? Михалыч! Ты там случайно не уснул под прилавком? А то вчерашний вечер на славу тебе выдался. Короче, Михалыч, кто не помнит, а точнее, кто не знает, 4 бидона закваски пивной выпил. 4 бидона! Гонщик Арсений? Чё, люки подкрывал свои, ты чё здесь, прием с космоса, связь с космоса ловишь? Смотри, настроил свою антенну. А чё он забаррикадировался, я не могу понять. Ядрить, колотить, пиццу привез, пепперони! Слушай, да здесь никого нет. Гонщик Арсений, я сейчас твою тарантайку украду, вот эту! Только я в неё залезть, конечно, не могу. Подожди, а почему здесь машина пропала у меня такой? А, гонщик Арсений, я тебя уже разочарую. У тебя уже кто-то тарантайку одну стараторил. Или подождите, или это гонщик Арсений сам на ней куда-то домой уехал. Я вообще не представляю, что происходит. Куда? Блоки невидимые стоят, как... Куда весь город пропал, ёханый бабай? Даже Михалыча нет. Так, идем к Костянчику. Я надеюсь, что Костянчик хотя бы на месте. Подождите, я пока ничего не понимаю. Куда пропал весь город? Куда они испарились? У меня такой вопрос. Ядрить, колотить, Костя! Да ты не видишь, что здесь все горит? Вызови ты пожарку хотя бы, или сам можешь сверху нафыцкать и потушить это все. Костянчик, Так, подождите, в прошлый раз Костя сидел на крыше. Сейчас его... Так, может, они все остались в ресторане, не могу понять. Да ёханы, коловрат! Поставь ты нормально, пожалуйста, сюда! Я ничего не понимаю. Ой, сейчас, подожди, дайте кофейка. Так, подожди. В предыдущей серии было то, что мы организовали огромную-огромную тусу. Здесь было много людей. Все граждане города ютуберов. Сейчас их здесь нет. Так, может, или я что-то какие-то галёные вижу, или я ничего не понимаю. Я ничего не пил. Вот смотри, прямо сейчас надо мной появится подсказочка. Пожалуйста, посмотри предыдущую серию, которая вышла еще в 2018 году. И потом приди обратно на эту серию и скажи мне, Эдисон, или это ты наркоман, Петрович, или я ничего не понимаю. Давай.
прямо сейчас, вот подсказочка, нажимай, переходи, и потом подскажи мне, может, мне в дурку нужно лечь, потому что я ничего не понимаю. Так, здесь уже никого нет. Вы хотя бы бутылки бы пособирали, алло! Нафуняли, нас свинячили здесь, бутылки раскидали по всему ресторану. Не могу по... Так. Вчера же вроде никто не бился, да? Никто не дрался, почему здесь кровь? А детская бутылочка вам зачем? Кто здесь молоко сосал, а? Дебилы! Откуда они детскую бутылочку взяли? Так, давайте. Бутылки я спрячу сюда. Тут на самом деле у меня еще много всякой еды. Бутылочка детская... Господи, помилуй. Посуда. Здесь у меня... Вот, посуду я сюда спрячу. А пиццу-то никто даже не попробовал, а? Для кого я готовил? Да на самом деле... Ой, у нас... У нас там так много еды было, то что, мне кажется, все уже просто наелись. А, так Костянчик уже однажды убивал медведя, потому что, кто не помнит, две серии назад я с кузнецом убил медведя, опа, и у меня уже две шкуры. Одну шкуру я себе заберу и поставлю домой. Подождите, я ничего не понимаю, что это за дичь? Кто здесь? Аид! Аид! Ты чё здесь, ты отравленного оливье съел, я не могу понять, ты чё позеленел-то? Ёп, ПРСТ! Мне даже некому позвонить, потому что... Ёханы баба! А чё за дичь-то я не могу по... я хотел сказать, чувак, Костя, это ты? Костя, не пугайся, пожалуйста, у тебя левой руки нет. Нет, это не может быть Костя. Он очень похож на Костю, но это не Костя. Так, ладно, подожди, сначала с Аидом нужно разобраться. Да, он еще шевелится! Так, Аид, сейчас мы тебя затащим домой, так, сейчас я его потащу домой, давай руку, так. Так, двери закрыть, сквозняк, чтобы не был, кто не заметил, я даже себе дверь, вот, когда у меня дверь здесь появилась? Я себе ночью, наверное, зафигачил здесь дверь. Скорее всего, потому что слишком большой сквозняк, когда вот так на улице-то минус 30, минус 40, у меня здесь балкон открыт, не застеклен. Твою... Ёшкин мать. Так, подожди, я сейчас вернусь. Так, дай я тебе шкуру, держи шкуру продажную. Держи продажную шкуру, я сразу через балкон сигану просто. Я не знаю, где Михалыч, но у Михалыча 100% должны быть какие-то... Препараты должны какие-то быть, какое-то оборудование, я не знаю, у него 100%, у него на складе даже должно какое-то медицинское оборудование быть, 100%. Я не знаю, куда пропал Михалыч, я не знаю, куда пропал весь город, но то, что Аид зеленый, это не есть хорошо. Опа. Так, я уже нашел медицинское оборудование. Что у него здесь? У него здесь дерево, у него здесь стекло. Конечно, у него здесь много стекла, потому что бандиты ему каждый день окна разбивают. Так, подождите, сколько же у тебя здесь всего есть? Ой, помилуй Михалыча, Михалыч хороший человек. Я не знаю, откуда у него столько медицинского оборудования, но это очень даже хорошо. Где баба Галя, где Геннадий Петрович? Весь город куда-то пропал, уже темнеет, никто домой не возвращается. Единственное, кого я смог найти, это Аида, зеленого Аида. И плюс к этому всему еще пародию на Костянчика, только без левой руки. Аид, подожди. Так. Я не знаю, что эта фигня делает, скорее всего, нужно вот так как-то... Нет, подожди, сейчас мы все исправим, сейчас все будет, подожди, Аид, сейчас, это я сюда поставлю, скорее всего, вот эта фигня как-то вот так работает, как я слышал, как я смотрел в всяких сериалах. Дальше, в первую очередь, капельница, иди сюда, капельницу тебе поставили, дальше, пилюльки, давай сейчас пилюльками тебя забросим. Так, нет, это хирургический скальпель, это не то, пилюльки, вот. Сам, короче, выпьешь, я не знаю, у тебя в рот их пихать, не пихать. Дальше, что здесь еще есть, что это такое? Это нужно подключить тебя, ну, вроде пульс нормальный. Его точнее нет, давайте с этого начнем. Вот сейчас здесь разряд на сердце тебе нужно. Разряд! Мне что-то ничего не работает. На всякий случай коляску я тоже взял, если ты инвалидом станешь, не дай бог. Все, у меня больше ничего нет. Таблетки, сейчас, дай таблетки закину тебе хотя бы, таблетки. Открой ротик! Вроде как-то протолкнул. Вот смотри, таблетки аж через живот у него вылезли.
Алло. Опа, у него какая-то грыжа появилась. Аид! Михаил, у тебя еще аппендицит появился, смотри, тебе кое-что сейчас вырезать нужно, или от тебя какой-то чужой через твое тело вылезает. Я не знаю, честно. Мне нужно выйти на улицу, мне нужно... Он шевелится. С тобой, Аид. Вроде с ним все нормально. Так, дайте я вот это уберу. Я сделал все, что мог. Больше тебе эти препараты 100% не пригодятся. Капельница пока будет. Пульса у тебя и так нет, поэтому это заберем. Это тоже уберем. Капельница пускай стоит. Пускай она все промоет, то, что у тебя есть в организме. Где она? Я ее случайно сломал. Ну, Аид, значит, такова судьба. Ну, значит, выживай просто так. Или это капельница? Нет, это не капельница. Я не знаю. Михалыч меня, походу, убьет за то, что я его... А, нет, вот она. А, нет, нет, это не она. Короче, Аид, у тебя грыжа. У меня есть скальпель на самом деле. Я могу как бы постараться. Он помахал башкой то, что нет, не нужно ему грыжу вырезать. Ну, я еще пойду, я узнаю, может, у кого-то есть таблетки. Подожди, Аид. А у кого могут быть таблетки? Перчик, у тебя есть таблетки? У него только кость есть. Кость я Аиду, конечно же, давать не буду. Плохие дела. Очень плохие дела. Помогите кто-нибудь! Я не знаю, что делать. Вообще не знаю, что с Костей. Брат! Это не есть хорошо. Что вообще произошло после 31 декабря? На 1 января вся планета с ума просто сошла. Костя! Очнись, ты ядрить колотить! Я не знаю. Я не знаю, что случилось. Я не знаю, что делать. Я не знаю, к кому обращаться. В этом городе просто как будто в один момент все куда-то пропали. Да отстань ты, костлявый, от меня. Я не знаю, что делать. Я не знаю, кто где. Мне даже не у кого помощь попросить. Ладно, я тогда сейчас пойду, сяду возле Аида и буду надеяться, что он рано или поздно проснется. Потому что с Костей там вообще какие-то проблемы. У него левой руки нет. Но надеюсь, что... Короче, лучше из головы вычеркнуть эти самые плохие мысли, потому что я не знаю, что будет дальше. Я не знаю, когда все вернутся в этот город. Аид, ты тут друзей завел, ты не видишь, там паучина лазает на стенке. Как он вообще здесь появил? Аид? Аид, не смотри в окно. Аид, там никого нет, все друзья наши куда-то пропали. Аид, сейчас да я вот это сломаю. Аид, с тобой все нормально? Ёханый бабай! Ты что за дичь, ты как... Куда? Куда? Валим, 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 валим. Закроемся сейчас здесь. Отстань, костлявый. Все. Сейчас я перезаряжусь, никого пускать не буду. Слышь, костлявый, отстань. Это что сейчас было? Почему Аид орал как... Давайте я просто промолчу. Я даже не буду говорить, он орал как кто, потому что это было страшно. Он за мной не бежит? Да нет. Но звук его ора на самом деле очень сильно меня испугал. Так, а что случилось с этим чертовым городом ютуберов? Кто куда пропал? Почему остался только один зеленый Аид, который только что хотел меня съесть? Что? Я не знаю, в чем проблема. Я не знаю... Что вообще происходит? Сейчас уже будет светать, но я буду сидеть здесь. Я не знаю, честно. Я, наверное, даже прямо сейчас забаррикадируюсь просто и никого сюда не пущу. Отдай телефон. Все. Я просто буду сидеть здесь. Сюда больше никто не зайдет. Что произошло? Какие у тебя есть предположения? Напиши, пожалуйста, в комментах. Потому что я не имею ни малейшего предположения, что могло произойти. Напиши, пожалуйста, в комментах, как ты думаешь, что произошло. А я здесь посижу, подремаю и попью кофе и подожду хотя бы сутки. Возможно, все вернутся, я не знаю. Подпишись, пожалуйста, на канал, если хочешь видеть новую серию жизни ютубера. Я обещаю, что она выйдет прямо завтра, если ты подпишешься. Все, давайте заканчивать, может, скорее. Встретимся в следующей серии. Всем удачи и всем пока.